Тем временем пензенские полицейские разыскивают причастных к очередному телефонному мошенничеству. На этот раз на уловку аферистов попалась 46-летняя жительница областного центра. Из-за своей чрезмерной доверчивости она лишилась более 1 300 000 рублей. Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит на ее имя. Звонивший добавил: чтобы предотвратить данную операцию, ей необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести все денежные средства на безопасный счет. Женщина поверила незнакомцу. В итоге потерпевшая в течение 4 дней оформила кредиты в 6 банках на общую сумму более 1 300 000 рублей. После чего, следуя инструкциям звонившего мужчины, заявительница через банкоматы различных банков перевела все денежные средства на счета, которые указал незнакомец. Лишь после женщина осознала, что стала жертвой аферистов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.